Несколько примеров о том, что такое механизмы. В колониальной Индии и в колониальном Вьетнаме, Индия была колонией Великобритании, Вьетнам колонией Франции, в разные годы, с разницей в 30 лет примерно, возникла идентичная зеркальная абсолютно ситуация. Развелись вредные паразиты. В одном случае это были кобры в Индии, в другом случае в Вьетнаме это были крысы. Развелись в количестве, которое, значит, угрожало и людям, и, значит, санитарной ситуации всей эпидемической там. И колониальные власти объявили, что за каждую убитую, сданную кобру в случае Индии и крысу в случае Вьетнама будет заплачена небольшая местная денежка. Дальше написано, что произошло. Местные все побросали и начали разводить на сдачу. Разводишь 5 кобр. Одну убиваешь, не, или там 3 убиваешь, 2 размножаются дальше. Через 2 месяца еще 2 убиваешь, сдаешь, денежку получаешь, дальше размножаешь их. Да? Вот. Вот, так сказать, реакция, да, реакция на правила игры. То есть, когда колониальные власти вводили такое правило, они предполагали, видимо, что подчиненные будут исходить из какого-то здравого смысла. А подчиненные просто исходили из возможности заработать, потому что, ну, как бы, вот, непосредственно дают денежку. Ну, в общем, как-то так вышло, что либо власти не поняли, что так будет, либо они думали, что, может быть, все-таки по каким-то причинам так не будет. Вроде, у тебя же эти крысы бегают, тебе же плохо, да? Ну вот, тем не менее. Следующий пример. Физтех. Наверное, кто-то из вас был на физтехе, да? Город Долгопрудный. На север от Москвы, город Долгопрудный. Я нарисую, но можно не включать, потому что это, в принципе, все понятно. Вот МКАД и вот Долгопа, как мы ее называем. Тут железная дорога идет, но это не важно. Важно, что здесь идет автомобильная дорога. Увеличим масштаб. Вот это будет МКАД где-то там далеко. Здесь автомобильная дорога называется Первомайская улица. И здесь корпуса общак, а здесь корпуса университета. Ну, то есть не университета, а физтеха. Вот. Я до сих пор не помню, у нас институт или университет. Я в нем работаю, но не помню. На институт, да. Вот. В общем, дорога достаточно такая, ну, не то чтобы она прям была как вот Ярославское шоссе. Она такая, она упирается здесь в залив, в канал имени Москвы. Но все равно довольно много народа по ней едет в Москву, особенно по утрам. Ну и нормальная ситуация стояла в том, что, точнее, дореформенная ситуация, до 2011 года. Она стояла в том, что был какой-то, как это, граф корреспонденции, да, мультиграф, вот, отсюда сюда, из общак в корпуса, то есть из каждой общаги студенты бегали по разным корпусам. Я нарисовал 2, на самом деле, дофига их. И корпусов несколько, и общак несколько. Ну и возникала такая структура, что где-то с без 15.09 по 15.10, да, по всем опоздавшим, если брать, был очень плотный поток. И машины как бы притормаживали. Машина, проезжая отсюда сюда, должна была затормозить вот на этом промежутке в 200 метров. Ну, раз в 15. Это точно, может больше. Но, в принципе, это там приводило к пробке длиной 300 метров или 400 с той стороны. Ну, и это показалось неправильным одному из пришедших в тот момент чиновников. Он говорит, бегают тут как курицы. Давайте сделаем один переход, пешеходный переход. Один пешеходный переход. А здесь заборчики. И вот я приезжаю как-то 10 лет назад, из тех обнаруживаю, что в сентябре, значит, заборчики тут новые. Ну, если честно, заборчик это я ножницами вот так как бы легко вот одним этим самым. То есть заборчик не особо высокий. Вот. Но тем не менее, там особенно девушки в юбках, наверное, так ножницами не очень, да, с утра. Ну и парни тоже не все. В общем, большая часть студентов теперь идет на переход, переходит, а потом уже расходится. Переход нерегулируемый. Без 15.09, по 9 часов 15 минут, у меня стоял с секундомером один студент. Не с секундомером, ну, короче, с бумажкой и ручкой.
И записал, кажется, 34 машины, которые смогли за это время проехать. Одна машина в минуту. Она так, значит, непрерывно гудя раздвигала эту толпу. Так, да-да-да-да-да-да-да, медленно так раздвигала, просто вот сквозь толпу проезжала. Ну и пробка выросла до пары километров, почти до залива. Вот, то есть ситуация до реформы и ситуация после реформы, да, то есть произошла реформа механизма, был введен другой механизм взаимодействия людей, регулировки ситуации. И он оказался не просто нехорошим, он оказался очень плохим, он оказался хуже, чем исходная ситуация. Впрочем, впоследствии довольно быстро это было понятно. И вот если стало хуже, потом стало сильно лучше, когда просто ввели светофор. Ну, такой простой механизм, который называется светофор. Возможно, вот этот пешеходный переход, возможно, просто, как сказать, требует меньше усилий для того, чтобы его организовать, чем светофор. Я не знаю. Но, в общем, вот это время было, когда был полный бардак, потом ввели светофор и стало лучше. То есть было так, себе стало совсем плохо, потом стало лучше. Это вот нащупывали правильный механизм. Вот, это еще один пример. Так, дальше есть знаменитый пример с аукционами. Аукционы — это вообще такая часть экономической теории, которая очень математизирована. Там предполагается, что те, кто соревнуются, они исходят из некоторой внутренней функции отклика на собственное желание купить. То есть у вас есть как бы перед вами объект, который вы хотите купить, но вы боретесь с остальными участниками. Как это замоделировать? Нужно предположить, что ваша оценка объекта, который вы в данный момент на который смотрите, она, ну, такая случайная величина, да, говоря математическим языком. Она неизвестна другим. И даже вам неизвестно, пока перед вами не выставили этот объект. То есть выставляют какую-нибудь картину или что-то еще. Вы смотрите, быстро у вас хлоп там в мозгу, за сколько вы готовы это купить максимум. И дальше еще это не все, потому что... Но если тупо предположить, что вы столько и ставите на аукционе, это предположение будет странным, потому что... Ну, если вы ставите максимум того, что вы можете заплатить, вы как бы в нулях, да, в любом случае, купили, не купили, вы в нулях. То есть, чтобы быть не в нулях, вам нужно немножко приуменьшить оценку по сравнению с тем, как вы сами оцениваете. Вот картину видите, ну, вы готовы до 1000 рублей за нее заплатить. Но 1000 это уже как бы, ну, все равно как не покупать. И вы ставите 500, например, да, в надежде выиграть. Если вы выиграете, вы как бы 500 рублей для своей внутренней оценки сэкономите. И вот эта вот карта, да, в зависимости от того, сколько вы на самом деле готовы заплатить, сколько вы будете репортировать, да, говорить вслух, вот я готов за столько-то, или там не вслух, а в бумажке, может быть, закрытые форматы. Вот эта вот эта функция, она и определяется в равновесии. Там некие уравнения функциональные возникают, там дифференциальные уравнения возникают. То есть такая штука довольно сложная, чисто математическая. И вот... В 1999 году впервые в истории стали продавать спектры мобильных частот. Спектры частот для операторов сотовой связи. То есть, когда уже это вышло на какой-то серьезный масштаб, когда в цивилизованных этих странах развитых уже пользовались телефоном, там каждый, не знаю, пятый, и уже было ясно, что вскоре будет каждый вообще пользоваться, или там почти каждый. Начали продавать, соответственно, с аукциона, с лотка. Государство стало продавать частоты во всех странах Европы, там, Америки, еще, ну, фактически в очень многих странах мира. И стали проводить аукционы. И, соответственно, вот в Англии был самый нашумевший аукцион. В Англии участвовали в организации этого аукциона Клемперер, Майерсон, и еще разные люди. Короче, это такие вот светило, прям светило теория аукционов. Майерсон стал Нобелевским лауреатом, как позже я расскажу. И они с этими правилами очень долго думали, как сделать, как правильно организовать этот процесс, чтобы государству как бы собрать как можно больше денег за счет продажи этих мобильных частот. И они думали, вот у нас там в этой ситуации думали они, 4 есть сильных таких оператора. И еще много всякой шелупони мелкой. Вот сколько сделать лицензий? 3, 4 или 5?
Ну вот как бы возникает вопрос, да? 4 сразу отметают, потому что 4 означает сговор. Если 4 сильных оператора или 4, значит, этих самых слота, что бы вы ни делали, они все равно будут выдумывать какие-нибудь механизмы, как сообщениями между собой перекидываться. Там бывают ситуации, что сообщение закодировано в цифре, которую человек выставляет, если ее видят его конкуренты. То есть он как бы, скажем, где-то в конце оканчивается на номер того слота, который тот будет сливать. Ну, то есть есть миллион способов договориться. И если вы оставляете 4 слота для 4 операторов, можно гарантированно быть уверенным в том, что какой-то договор будет найден. И тогда аукционист, который проводит аукцион, он там не досчитается 90% возможных денег. Ну, грубо говоря, как мы сейчас дальше увидим. Ну и они, значит, думали между 3 и 5. 3, аргумент был такой, что 4 вот этих вот супермонстра будут очень жестко за эти 3 позиции торговаться, и в результате будет большой денежный сбор. Но, с другой стороны, остальные как бы выпадают совсем. А 5 означает, что в высшую лигу попадает какой-то из мелких операторов, а там, ну, были в том числе и довольно крупные среди мелких. Ну и вот получилось, что они все-таки решили сделать 5, соответственно, эти 4, ну, они, им было вроде понятно, что они получают по слоту, но как-то договориться уже не получалось, потому что какая-то пятая должна была войти, и насчет каких позиций договариваться тоже не ясно уже. Ну и в результате получилось, что, видимо, они не прогадали, хотя никто не сравнивал, да, с другими. Этот аукцион проводился один раз, но по сумме сбора я могу сказать, чему она была равна. Она была равна 600, в переводе на доллары, 600 долларов на каждого жителя Великобритании того времени, включая грудных младенцев и стариков. Поголовно. То есть, грубо говоря, за вот этот аукцион была собрана сумма, которую, если сразу немедленно раздать, каждый житель Великобритании получал 600 долларов. Вот так. Ну, на самом деле, понятно, никто не раздавал ничего. Вот. Напротив, в дальнейшем сотовая связь стоила так дорого в Англии все ближайшие годы, что возник вопрос, как бы, конечно, механизм был гениальный, и очень много денег было в результате заплачено замечательным экспертам, которые этим занимались. Но с точки зрения народа, правильно ли он был, тут вопрос интересный, вопрос неочевидный. В Швейцарии не парились, сделали столько слотов, сколько компаний, ну и там был, в общем, прогнозируемый сговор, по 20 швейцарских франков на человека собрали. Если мы сравниваем, да, может быть, по 20 швейцарских франков, это тоже не маленькая сумма, но, наверное, надо сравнивать подушевым образом с тем, что произошло в Англии, да, по идее, странно было бы предполагать, что такой аукцион в Швейцарии по каким-то внутренним причинам должен был привести к гораздо более плохому результату, чем он привел в Великобритании. Следственно, видимо, это провал организации, тем более Швейцария не менее богатая, наоборот, более богатая страна, чем Англия. И там могла бы быть вроде как еще большая сумма. Но все было фактически провалено там. Десятки раз меньше собрали, чем там. Вот. Правда, у нас вообще не проводили аукцион, просто назначили, кто будет, и все. Налоговая политика тоже это механизм, когда у вас есть какие-то правила сбора налогов, там, например, с физлиц, если есть правило 13%, плоская шкала. Тут как бы никуда от нее вообще не денешься. Ну вот плоскую шкалу пойди заплати и все. Вот. Только если ты будешь просто прятать в тень все, что ты делаешь, тогда да. Но если, например, шкала состоит в том, что вначале какой-то процент, а потом он резко растет, да, то тут начинается поле для манипуляций, то есть для вот поведения людей, саботирующих этот процесс. Так, наверное, можно уже кондер включить, а то мы сейчас все заснем, да? Можно на некоторое время включить. Это кондер? Или это презентация? Сейчас. О, да. Пусть чуть-чуть, если будет опять сильно холодно, тогда выключим, да? Вот. Пошло, да? То есть если, например, в начале налог 10%, потом начиная там с каких-то доходов в год 20%, то не надо к бабке ходить. Ясно, что бизнесмены будут переписывать там на, ну и вообще лица там с индивидуальной занятостью будут как-то переписывать эти платы на друзей, на кумов, на сватов, перекидывать, чтобы влезать обратно вот в эти 10%. Ну и поэтому, если мы поднимаем, да, налог, если мы его поднимаем, то
по идее, по крайней мере, по этим вот рассуждениям, понимать можно, но опускать первую часть нельзя, потому что иначе налоговый сбор сразу упадет. То есть 13, а потом 15, это, ну, в принципе, нормально. Ну, кто-то не скроется, я не виноват, кто-то больше заплатит. А если 10, потом 15, то здесь есть большой риск уже налогоукрытия, каких-то схем, вот этого всего как бы поведения. Поэтому налоговая политика, как бы идея, что вот мы ввели, мы изменили схему налогообложения и просто тупо пересчитали, сколько теперь мы соберем налогов, она не работает, потому что люди, которые подавали декларации, будут подавать другие декларации. Вот как бы, ну, такая мысль. Вот. Так, ну такой пример, немножко смехотворный, но тем не менее. Я даже не буду обсуждать, как правильно с ним поступить, потому что он смехотворный. Ну, как бы, пример. Вот есть подъезд, и около подъезда есть одно парковочное место для машины. Ну, такой модельный пример. Имеется пенсионер, у которого есть машина, и он два раза на ней на дачу ездит в год. Имеется домохозяйка, которая два раза в неделю ездит за продуктами. Имеется служащий, каждый день на работу. И бизнесмен, который постоянно мотается. Ну, как бы, вопрос, что по идее, да, вот это самое ближнее место от дома, наверное, нужно больше всего бизнесмену. Ну, потому что выбежал, схватил машину, побежал, выбежал, схватил машину, поставил, забежал, еще побежал. А с другой стороны, если полностью оставить все на самосек, то кто получит место? Пенсионер. Он дождется, пока уедут все, и поставит машину. И она будет спокойно стоять до лета у него, да, здесь. Вот, но как бы на самом деле этот пример, он такой, какой-то нехороший. Тут сейчас вот я буду говорить о каких-то механизмах в ситуации, когда бедному пенсионеру хоть парковочное место дали, да, мы сейчас будем его отнимать. Поэтому я просто хочу сказать, да, что вот естественный ход событий, да, приводит, ну, к экономически неэффективной ситуации. Возможно, в принципе, мы ее в социальном смысле принимаем. Тогда как проблем нет. Вот. Но то, что механизмы, да, теория механизмов, это теория исправления, вообще, в принципе, теория исправления экономически неэффективной ситуации, возникших на самотеке. Вот это как бы, если сказать вкратце, что такое теория построения механизмов. Так, давайте это пропустим. Ну и уже ясно, да, что центральное понятие — это понятие стимул. То есть, когда ты конструируешь механизм, те, кто участвуют в построенной тобой игре, да, кто играет по правилам, которые ты записал, эти люди начинают реагировать в рамках своей свободы действий. И эту свободу действий ты можешь даже до конца и не понимать. То есть какие-то хитрые приемы ты можешь не угадать, не придумать, не вообразить за них. Если воображение маленькое, ты можешь не представить себе, что возникнет, когда ты внедришь тот или иной механизм. Но как бы типичная еще одна ситуация, очень трудная проблема, это проблема пробок. Вот вроде как, если построить еще дорог, станет меньше пробок. Ну, в этом случае люди радостно скажут: о, появилась новая дорога. Давай-ка мы сядем за машину, за руль. Давай-ка мы купим машину, будем ездить на ней. Или привезем ее с дачи, да, или вообще до этого вроде как мы не рассматривали такую опцию, как ездить на машине. А теперь будем рассматривать. Ну и дальше понятно, что на самом деле пробка вернется, потому что покуда дорога дает преимущество, все новые и новые люди приходят и говорят: круто, мы поедем по этой дороге на своей машине, да? А людей много, все равно дорог на всех не построишь. То есть представить себе город, в котором дорог столько, что физически нет пробок, потому что просто дорог хватает на всех. Город при этом, чтобы был там в районе 500 тысяч или выше, я не могу, это трудно представить, это слишком большие будут дороги. Да, там статичные города нормально, да, можно. Вот, то есть получается, как вроде строишь дороги, стало меньше пробок, но из-за этого стало больше машин, а из-за этого стало больше пробок. Меньше пробок, больше пробок. Да? Такая странная ситуация. Ну и разные города используют разные схемы. В Лондоне схема, механизм, да, механизм борьбы с пробками состоит в том, что въезд в город платный и стоит 1000 рублей в переводе на наши деньги. То есть если тебе резко и жестко надо в центр города и быстро, без проблем ты доедешь, ну за 1000 рублей, но зато без пробок. В Сингапуре другая политика. Лицензия на, по-моему, 5 лет пользования собственным автомобилем стоит в переводе на наши 1,5 ляма. 1,5 миллиона рублей, право ездить на машине. Ну и еще 500 тысяч ты купишь машинку, да, примерно.
То есть получится, что типа втрое больше, чем стоимость машины, это просто право на автомобиль. Но купил все, ты прям ездишь, когда хочешь, когда угодно, пользуешься, пробок нет. Ни там пробок нет. Москва, тут не указано, но Москва... Так, что-то сразу стало очень холодно, блин. Ну давайте вот так, иногда, да, будем? У вас очень жесткий прям зверь, да, кондер, зверь. Зверь. Я вот, когда летом приезжаю откуда-то из холодных краев байкальских, так, наоборот. А тут в Москве жара, жара, я сажусь в МЦК, и все, на выходе я болею. Раньше не заболевал, но что-то теперь вот такая ситуация. Ну давайте иногда будем включать, да? В Москве правило тоже неплохое. То есть в Москве за последние там 5-7 лет пробки, безусловно, уменьшились. Может быть, даже за 10 лет. За счет, ну, казалось бы, как они могли уменьшиться, когда народу стало гораздо больше. Правила игры. Первое. По всем магистралям въездным выделенка для общественного транспорта. Супер. Во, правило. Если ты сел на автобус, вот я сажусь на автобусе, иногда на Щелковской, там в некоторых случаях мне нужно подъехать от Щелковской, на автобусе. Щелчок — это финиш. Кто видел, знает. То есть просто вот очень сильно загруженная дорога, но эта полоса, она работает. Я не знаю, как это делается. Видимо, там огромные штрафы за выезд на нее. Я точно не знаю, но вот реально это работает. То есть едет автобус просто мимо бесконечно длящейся пробки слева. Вот. Но, опять же, да, я говорю, в Москве справились с пробками, а потом говорю, что он едет мимо бесконечно длящейся пробки слева. Нельзя, в принципе, устранить пробку в понедельник утром и в пятницу вечером, связанную со въездом в Москву и, соответственно, с выездом из Москвы. Просто нельзя. Там только вот работает вот это правило, используется, как вы садитесь на автотранспорт и едете. Но все равно она была бы еще выше, конечно. Ну и, в принципе, в середине дня стало совсем хорошо. В основном прям пробок. Да я даже не знаю, мне кажется, сейчас вот там какое-то воскресенье вечером может быть больше, чем там, в пятницу, в среду днем. Вот. Ну, надо смотреть, но в целом, да, в целом ситуацию сильно вылечили. Еще настроили метро за МКАДом, и перед ним огромная парковка, да? Доезжаешь до этой конечной и вперед на метро. Давай. Вот. Ну и, конечно же, платная парковка в центре Москвы. Сколько бы ни бухтели, это очень хороший механизм. Вот. То есть это вполне такие вещи работают. Работают в том числе и на практике. Но обычно как бы вроде в теории вот так и сяк, а потом начинаешь прикручивать, и начинается история, что конкретно нужно вот в эту историю очень глубоко погрузиться, чтобы понять, где там какой-то подводный камень, который всему мешает. Вытаскиваешь, вроде колесо едет, потом еще за какой-то камень. То есть это такая вот машина, да, со многими колесами, куда вначале воткнуты палки там в случайном порядке в разные места. И чтобы сделать хороший механизм, нужно из каждого колеса по палочке вытащить. И тогда все поедет. Так, но теперь сейчас будет список Нобелевских премий за теорию конструирования механизмов, чтобы понимать, что экономисты, да, считают это центральной областью своего знания. Это товарищи Холмстром и Харт, Оливер Харт, Бен Холмстром, 2016 год, это пример Нобелевской премии за теорию конструирования механизмов, наиболее близкий к дальнейшему, о чем мы сегодня будем говорить. Вот. А так вот он весь список. 96 год, Мерлис Викри. Викри, аукцион второй цены, Мерлис за налоги, за налоговые механизмы. Что такое аукцион второй цены? Это изменение стимулов. Это когда, значит, тебе говорят, что то, что ты в конверт запишешь, вот эта стоимость, если ты победишь, ты не ее заплатишь. То есть если ты написал в конверт больше всех, вот выставляется картина, все хотят купить, все что-то в конверт положили, закрытый формат, все сдают конверты с надписью «Сколько заплатят?». Ну или сразу прям с деньгами. Дальше кто-то один побеждает, у кого больше всего денег в конверте. Всем остальным деньги возвращаются. Но дело в том, что ему можно не возвращать ничего, тогда это называется аукцион первой цены, а можно возвращать разницу между его ставкой и следующей. И вот это называется аукцион второй цены. То есть он платит то, как бы что он перебил. Вот ту сумму, которую он перебил. Он был первый,
после этого, когда изъяли его конверт, в остальном всем вот этом, значит, множестве конвертов выбирается конверт с максимальной суммой в остальном. Называется вторая цена. И вот ее-то он и платит. Остальные деньги ему возвращаются. Отсчитывается вторая цена, остальная возвращается. Называется аксиом второй цены. Полностью меняет стимулы. Как доказал Викри, в этом случае, в так называемом равновесии стратегии поведения, равновесие — это когда каждый пытается угадать, с какой стратегией пользуются другие при занижении или завышении ставок. И в ответ на их стратегии, его стратегия оказывается как бы оптимальной для него. Так вот, в случае второй цены оказывается, что не нужно думать о том, как ведут себя остальные. Нужно просто в конверт заворачивать ровно ту максимальную цену, которую ты готов заплатить. И совершенно четкое, понятное на полстранички рассуждение, почему это так. Нобелевская премия. Один абзац. Вот. Самая короткая Нобелевская премия на свете. Дальше был Акерлов, Спенс и Стиглиц. Это предпосылки теории механизмов, значит, теории аукционов, теории механизмов более общего. А именно ситуация информационной асимметрии, когда я про себя знаю больше, чем вы знаете про меня. Ну и вы про себя знаете больше, чем я про вас знаю, да? Именно в этой ситуации работает теория построения механизмов, и в том числе теория аукционов как частный случай. И там, значит, вот за основные идеи вокруг этого, за идею, например, почему не может быть рынка подержанных, ну там достаточно хорошо развитого рынка подержанных автомобилей. Это такое классическое рассуждение. Вот если ты смотришь на подержанный автомобиль, ты в принципе ничего не видишь. Ну, красивенький кузов, да, вроде все заводится, да. Но ты не знаешь, через сколько раз, когда ты вот заведешь, 10-й раз он сломается, да, или 20-й, что там с коробкой передач, там еще с чем-то. Я сам не вожу, не знаю, что внутри его машины. Ну, понятно, там очень много скрытых каких-то вещей, про которые хозяин все может знать. Вот, и понимать, что там поездит его покупатель месяцок, а дальше все. Вот, но, ага. Да, очень хорошая идея. Значит, вот ты прогнозируешь, и понятно, что на рынке в результате сложится средняя цена, да, из всех прогнозов. А теперь внимание. Средняя цена означает, что хороший у тебя автомобиль или плохой, продать ты можешь только по средней цене. Значит, если у тебя очень хороший автомобиль, ты не хочешь по этой средней цене продавать. Но тогда она уже не средняя. То есть предположим, что вот мы имеем некую популяцию машин разного качества. Где-то в серединке должна быть цена. Но в этом случае они-то знают про свои машины, какое у них качество. Соответственно, они не приносят вот эти машины. Но тогда средняя цена едет вниз. Тогда вот этот вверх не приносит. Опять вниз. Вот этот не приносит. Опять вниз. Но единственная равновесная ситуация, которая тут предугадывается, стоит в том, что никто ничего не продает, кроме совсем дерьма, которое за копейки отдается или за бесплатно. То есть это вот рассуждение, да, это тоже, в принципе, оно не то чтобы лежало на поверхности, оно лежит после углубления в ситуацию примерно там 15-20 минут. Но ее вот окончательно четко сформулировать, вот эти люди смогли ее сформулировать и получили за это Нобелевскую премию, вот за эту идею, почему не функционируют эти рынки. Ну там до этого был целый пласт исследований, функционирует или нет на самом деле. Ну, на самом деле, конечно, функционирует. Но это как обычно. То, что мы выводим в экономике, дальше там с некоторым преломлением применяется к жизни. Но, безусловно, этот эффект есть. Эффект того, что когда устанавливается средняя цена, исчезают те, кто имеет объект для продажи более хорошего качества, чем эта средняя цена. И тогда средняя цена должна падать. В общем, рынок постепенно как бы все хуже и хуже. Так, дальше у нас идет кто? Да, конечно, конечно. Ну, здесь дальше как бы, дальше надо понимать, что возникает уже просто жизненный сценарий, который надо изучать. Все-таки на самом деле, еще раз, мы же понимаем, что подержанные автомобили торгуются, вполне покупаются. То есть либо люди просто сами разбираются. Ну вот когда при мне один мой родственник покупал машину, ну, он просто сел, посмотрел и понял, сколько она будет ездить. Ну, то есть здесь как бы вот идея асимметричной информации может быть неверным предположением. Вот. То есть дальше надо уже предположения вот их как бы прожимать и прощупывать.
Так, дальше у нас пошел Ауман Шеллинг. Это 2005 год. Ну, Ауман за сильное равновесие. Сейчас у нас оно возникнет чуть позже. Ой, так, да? Снова. Снова поддадим жарку. Сильное равновесие – это ситуация, устойчивая к сговору. То есть, когда мы предполагаем некоторые… Мы даем правила игры людям, они участвуют во взаимодействии, выбирают стратегии, складывается равновесие, и оно называется равновесием Нэша, если никто в одиночном порядке не имеет стимула отклониться и выбрать какую-то другую стратегию поведения. То есть равновесие Нэша — это предписание для действий, индивидуально выгодное каждому из тех, кто получил предписание. А сильное равновесие — это такой набор действий, что никакая группа, созвонившись предварительно, не может одновременно поменять все свои действия так, чтобы быть выигрышей каждой из них. Вот эта вот ситуация, я так и не включил, да? Называется сильным равновесием Нэша. И это для дальнейшего важно. Это тоже, безусловно, как бы целая ветвь в теории механизмов — находить механизмы, которые реализуются через сильное равновесие. Вот, потому что в этом случае мы в них уверены. Мы уверены в том, что будет так, как мы предсказываем, потому что мы сговора не боимся. А сговор — это самое такое как бы страшное для теории игр явление. Вот. Вот в том-то и дело, что в дилемме заключенных мы ищем обычное равновесие, а в сговоре они, конечно, будут кооперироваться. Вот. А вот в других механизмах возникает ситуация устойчивая к сговору. Дилемма заключенного не устойчивая к сговору. Вот. Седьмой год. Гурвич Маскин. Маскин. И, между прочим, он тут изображен у вас. Аудитория имени Маскина. Вот. И Майерсон. Это седьмой год за создание основ теории оптимальных механизмов. Просто в явной форме. 2012 год. Шепли и Элвин Рот. Марьежи. Ну, это знаменитая ситуация, там, в том числе, как студентов набирать, как абитуриентов набирать по вузам. Вот, какую информацию запрашивать, как процесс организовать. На самом деле, после того, как Фальков все грохнул год назад, возникло просто исключительное желание прийти и рассказать ему о том, что такое теория марьежей. Вот, но оно в моем случае не реализовалось. А вот мои три коллеги, Саша Нестеров из Питера, Никита Калинин и Костя Сорокин, они очень даже, они съездили на конференцию в Сириус, там объясняли долго, что такое теория марьежей, как ее в данном случае можно применить. И даже как-то вот уверенность. Ну, в этом году они проще сделали одну волну и все. А в следующем или через год есть, возможно, будет введена более интересная схема, которая построена на основе теории марьежей. Так, 16-й год, я сказал, уже вот эти двое за проработку теории контрактов неоклассической экономики. Неоклассическая экономика — это означает, что участвующие в ситуации акторы исходят из максимизации вполне понятной функции выигрыша, которая у них в голове написана. Вот это как бы называется неоклассическая экономика. Конечно, эксперименты показывают, что это бывает не всегда так. Есть поведенческая экономика, там то да сё, и дилемму заключенных не всегда разыгрывают так, как предсказывают. Вот. Ну и, наконец, 20-й год, Милграм Уилсон, за совершенствование теории аксонов и изобретение их новых форматов. Тоже совершенно конкретно теория механизмов. Так, ну и теперь мы сужаем область рассмотрения, так сказать. Разработка механизмов контроля и наказания. Это, в общем-то, первая глава моей кандидатской еще диссертации. Почему я опять ее продул от нафталина и поднял? Потому что, во-первых, буквально последние два года я наконец дошел до максимально общих условий, в которых можно доказать существующую теорему, да, чем заниматься на старости. Обобщать свои результаты, делая их все более общими. Потому что для нормальных новых результатов мозг уже давно не работает. Знаете формулу Саватеева? Каждые 10 лет человек глупеет двое. С 20 лет. Отличный вопрос. С 20 лет. 20 настает максимум. Потом. Потом.
блин, ну как бы получил образование, стал максимально умным, каким только мог быть. И дальше все пошло. Блин, вода попала не в то горло. Теперь в чем это измеряется? Правильный вопрос, что значит двое глупее? Если вы откроете какие-нибудь интернет-лекции всяких там пророков, философов, не знаю, современности, там дееспособность российского руководства упала в полтора раза, да? А в чем измеряется она, да? В попугаях измеряется, да, или в чем? Но в данном случае я вам могу точно сказать, в чем, да? Но доказать эту формулу я не могу, это формула эмпирическая. Она измеряется в том времени, которое вы затрачиваете на постижение, ну, доказательства вот конкретной сложности. То есть если вам подсунули вот это то, что мы на предыдущей лекции делали, подсунули впервые в 20 лет, и вы можете это разобрать за 2 часа, то в 30 лет за 4 часа, в 40 лет за 8 часов, 50 лет за 16 часов, да? И когда ко мне приходит человек 70 лет и говорит, а мне не поздно изучить математику, молодой человек? Пойти на мехмат МГУ? Я говорю, не поздно, но учиться придется не 5 лет, а 5 умножить на 32. А ему уже 70. Ай, может быть, не доживу. Вот. Но если 40-летний приходит, я говорю, нормально, за 20 лет освоишь. За 20 лет освоишь. А если ты был гений и умел за 2,5, то за 10 лет освоишь. Так что в 40 еще вполне можно. Ну вот где-то между 40 и 50 и находится та граница, когда уже, видимо, невозвратно нельзя, либо надо очень долго жить. Так вот, простите, а почему я об этом говорил? Причем тут уклонение от налогов? Точно, блин, ну конечно. Ну короче, почему я все это вытащил сейчас? А потому что меня выбрали в член корреспондента Российской Академии Наук этим летом, 2 июня. Вот, и так как никаких сколько-нибудь серьезно значимых результатов с тех пор не было, включая докторскую диссертацию целиком, то надо понимать, что за это и дали. Ну, собственно, так мой руководитель, он, в общем, так и считает, что это самый главный мой результат в жизни. Ну, это и естественно, потому что я тогда был молодой, потом стал старый и, конечно, уже умных результатов производить не мог. Так что ничего удивительного в этом нет. Поэтому я про это... Нет, им дали Нобелевскую старости. Типичное время, вот отличный вопрос. Значит, типичное время задержки от момента получения результата до получения Нобелевской премии за него в экономике, это примерно 30-40 лет. Бывает и 50 с лишним. Гурвич получил в 90 лет премию. За результаты 60-го года, когда ему было еще 30 лет примерно или 35. То есть в экономике, в отличие от всех других науках, это не сразу, а сильно-сильно-сильно не скоро. Почему? А потому что хорошее вино стоит в дубовых бочках, да, по 40 лет, хороший коньяк там. Потому что оно должно настояться в умах. Вот это вот не просто физика, вот ты доказал, что существуют какие-то квазары там или еще что-то такое сделал, вот доказал и всем сразу ясно. Нет, это не так. Ты придумал теорию, в ней все красиво, да? Но, может, она умрет где-нибудь, будет слита в унитаз завтра, потому что к реальной жизни она не будет иметь приложения. Но как это узнать? Нужно время, она должна быть выдержанной. Вот так устроено в экономике, да, она выдерживается, выдерживается, потом говорят, блин, они правда крутую вещь придумали, вот смотрите, она за это время не потеряла своей актуальности. Нобелевку им, да, и вот так и дают. Поэтому действительно все эти люди очень-очень старые и жили под 100, потому что если ты не дожил до Нобелевской, сам виноват, ты ее не получишь. Вот, опять холодно. Значит, несколько ситуаций, которые в эту модель укладываются. Это, значит, 90-е годы, тотальное уклонение от налогов всех и вся. Нулевой налоговый сбор на всю страну, там приблизительно нулевой, да, статистическая погрешность. И нужно что-то сделать. Нужно что-то сделать. Ну.
Вот. Ну и в ЦИМИ поступил запрос разработать схемы наказания за налогоукрытие. И схемы эти должны были быть коалиционно устойчивыми, сговороустойчивыми. Потому что, как выяснилось, все налогоплательщики значимые, все друг с другом созванивались, и всегда как бы все правила обычного Нэш-равновесия. Нэш-равновесие, как я сказал, да, когда каждый побирает какое-то действие, и нет стимула собственного такого индивидуального отклонения от действия, которое ты выбрал. Нет никакого стимула. И поэтому мы верим, что если они не умеют сговариваться, то вроде как вот Нэш-равновесие продиктовал, они его играют. Ну нет, они умеют сговариваться, и сговариваются они очень хорошо. Ну и вот как бы какое-то время пытались понять, как это должно быть устроено, потом там открыли некоторые, ничто не ново под луной, на самом деле правила, которые мы предлагали, они уже в другом виде появлялись, как бы в других местах и в других работах. Но применить их в данной ситуации надо было доказывать новую теорему, в новой ситуации, что эти правила работают. Вот, это вот как раз первая глава моей кандидатской диссертации. Загрязнение. В дальнейшем подкрались еще несколько применений. Ну, два из них просто совершенно конкретные, а третье — это для того, чтобы более наглядно рассказать о тех механизмах, которые, вот, которые я буду описывать, механизмов контроля и наказания. Значит, загрязнение окружающей среды. Ситуация такая, что есть несколько... несколько там заводов, которые расположены на каком-то большом озере или там у моря, ну не знаю где, что-то в этом духе. И каждый там сколько-то сбрасывает грязи, но он может, в принципе, улучшить сброс, ну, потратив довольно много денег. Но ему лень, да, деньги тратить, как бы деньги он может по-другому потратить, если он сливает грязь сразу. Ну и ездит комиссия, они проверяют. Вот стратегия проверки должна быть выбрана, потому что всех не проверишь, нет сил, нет ресурсов. И нужно как бы как-то вот, нужно быстро замерить, вот здесь замерил, кто сколько реально туда кидает, и сказать, кому вы пойдете. Ну вроде идея, понятно, нужно идти к самому наглому. Не работает эта идея, они все становятся самыми наглыми. Они все сговариваются и сразу становятся самыми наглыми. Значит, нужна какая-то другая идея, основанная уже на количествах, что вот если вы столько сбрасываете, вам такой-то штраф, если столько, такой штраф. Но при этом это тоже завязано на действия ваших как бы контрагентов по этому озеру, что называется, да, то есть тех, кто тоже вместе с вами сбрасывает туда. Потом, в 2018 году я получил приглашение съездить на завод «Северсталь» для того, чтобы внедрить механизмы контроля и наказания, разработанные в моей диссертации, ситуацию воровства меди во всех цехах Северстали. В данном случае больше я ничего не могу сказать, потому что некоторые, некоторая секретность там была, и я ее, соответственно, вот до сюда я могу рассказывать, дальше не могу. Но суть в том, что там была ровно та же модель. То есть идея такая, что руководители разных цехов, да, там разное количество придерживают. И нужно придумать схему наказания, которая бы вынуждала их эти количества снижать. И, естественно, они кооперируются между собой. То есть опять... А вот я не знаю, потому что я провел семинар полдня, мы беседовали с тамошней службой безопасности внутренней. Я все это рассказывал, они сказали, огромное спасибо, очень интересно. Попробуем внедрить там вот двухступенчатую модель. Ну и я уехал в Москву, и, честно говоря... у меня началась моя какая-то жизнь, да. Я не подписывал, что в случае, там, если у них это получится, они мне там какое-то вознаграждение дают. Это сразу было как бы некое вознаграждение дано за визит, и все. Но потом меня как бы, я не связывался с ними, не знаю. Честно скажу, не знаю. Честный ответ такой. Вот. Дальше было приглашение из Иркутска. Там майнили биткоин и хотели понять, как им платить за... канал, который они вместе используют. И выяснилось, что это опять то же самое. Вот прямо один в один. И, значит, и вот эта ситуация отлы меня от работы, это ситуация чисто модельная. Это как бы все пришли на работу. Эта ситуация, это не из жизни, это просто как модель математическая. Все пришли на работу, ну и начинают Ваньку валять, там, слушать всякую музыку, смотреть там какие-то ролики в ТикТоке или где-то еще, да? Ну а потом в какой-то момент приходит начальник и смотрит, то, что делает в этот момент. Ну вот этот, например, решил часик повалять дурака, а дальше работать. Ну значит, начальник видит, как он сосредоточенно занимается делом. А этот, например, решил
Вот до сюда работать, а дальше я сказал, ладно, дальше буду. Ну, если он такой вот хорошо прогнозирует, да, ну, часа 4 поваляю дурака, потом буду работать. А начальник вот сюда пришел и говорит, ах ты... Штраф тебе! Говорит, да? Он говорит, ну эти же тоже, вон, эти тоже. Ну и этим штраф, да? Но как штраф зависит от того, скольких людей начальник поймал? Вот тоже вопрос, да? Это тоже из той же самой теории механизмов. Это как раз будет наша модель. А, так. Иллюстративный пример. В Нижнем, кстати, тоже такая ситуация возможна, потому что турникет на вокзале стоит. Вот. Когда-то только в Москве были турникеты, потом постепенно появлялись в других местах. Ну, там налицо типичная ситуация, когда человек перескакивает через турникет с целью попасть на электричку. Вот. И эта ситуация обычно развивается так. Есть терминал, в нем один охранник, который следит, и человек 15, которые стоят такие бичеватого вида, бомжеватого, которые собираются на электричку сесть, то ли прыгать, то ли не прыгать там. Подходят к турникету, их там, им грозят, там охранник подходит, тук-тук, попробуй мне, да. А потом, что происходит? Потом едет электричка. И что мы видим? Все разом, как ветром всех сдувает. Но у кого-то одного, хоп, 100 рублей с тебя штрафа. И на электричку тоже не попадешь. А остальные все попали. Вот, в этой ситуации есть два разных равновесия Нэша. А именно, давайте подумаем, какие равновесия наши будут. Все? Да, нет, сговора нет. Но есть два равновесия наши даже без сговора. Допустим, сговора нет, допустим. У нас есть два равновесия. Первое стоит в том, вообще, что такое равновесие. В равновесие наши входит осведомленность о действиях других. Да? То есть я говорю, что зная действия других, я не меняю свое поведение. В определение равновесия Нэша входит эта осведомленность. Это равновесие самосбывающихся прогнозов. Я предположил, как ведет себя каждый из вас, построил оптимальную в этом случае модель поведения для себя и обнаружил, что она, о, чудо, совпала с вашей моделью на меня. Каждого из вас. Конечно, первое равновесие называется так. Никто не прыгает. В этом равновесии я верю, что все трусят. В этом случае мне прыгать невыгодно, потому что если я буду прыгать, я буду один. И он меня схватит и оштрафует. Очевидно. Невыгодно, значит, я тоже не прыгаю. Значит, если я верю, что никто не прыгает, то и я не прыгаю. А теперь другое равновесие. Прыгать всем. Просто прыгать. Равновесие, все прыгают. Если все прыгают, 15 человек будет прыгать через турникет. Зачем мне отстаиваться? У меня вероятность поимки 1/15. 100 рублей против 20 рублей билета, да? Понятно, да? Стоит рискнуть. Может быть, не повезет, но стоит рискнуть. Соответственно, я тоже прыгаю. Ну, кто-то один, кому-то одному не повезло. Но априори я не знал, кому не повезет. Поэтому получается, что вот ситуация, грубо говоря, она под контролем у начальника зала или она вышла из-под контроля. Вот это вот две ситуации совершенно разные. Может сложиться одна, может другая. Когда физики смотрят на эти модели, они говорят, да вы вообще зря едите свой хлеб. Какой смысл в прогнозе, который состоит из двух полностью диаметрально противоположных ситуаций? Вы же не можете сказать, какая именно сложится? Я говорю, нет, теоретические игровики могут сказать просто, что другая не сложится. Но это и без вас очевидно. Ну так рассуждают физики, да? Но вот некоторые вещи все-таки иногда, в некоторых случаях, мы говорить умеем. Например, в этой ситуации я, если бы был охранником, ну и в таком немножко идеальном мире, немножко идеальном, идеализованном математическом мире, я бы сделал следующее. Я бы на весь турникетный зал сказал, имейте в виду, если вы будете прыгать, если какая-то из вас группа будет прыгать, какая-то компания, я в этой группе буду ловить самого высокого. Нет, потому что они одновременно пойдут. Самый первый это функция поведения человека. А самый высокий — это неменяемая функция, которую он изменить не может. Он не может вдруг сгорбиться.
Я уже видел, какого они роста. И он тоже не уйдет, да. Все? Да? Вопрос. Я говорю, тогда может быть вести переменную, как штраф увеличить? Нет. Штраф это там, в Госдуме они. Штраф. Штраф не меняет, охранник не может взять, ну, может, взятку и может, но как бы, но по правилам должен действовать, по правилам он берет штраф. Взятка может быть только меньше штраф, как вы понимаете. Ну, честно, я не хочу, конечно, никакому такому поведению никого призывать, но в юности я, конечно, прыгал всегда. Штраф — это половина взятки. 50 рублей даешь, если поймали, и бежишь дальше на поезд. Билет иногда стоит 40, например. Ну, то есть имеет смысл. Но это так, это я не говорил. Вот. Увеличить штраф нельзя никак. То есть это как максимально. Максимальное наказание, которому может быть подвергнут, это 100 рублей. И это только в Госдуме меняется. Но если я сообщаю, что я ловлю самого высокого, понимаете, я лично сам на своем посту выжил максимум из нуля, из ничего. Потому что в этой ситуации человек, который самый высокий, говорит, ну с кем бы я ни прыгал, я самый высокий, типа я и буду пойман. Значит, я не буду прыгать. Понятно, да? Ну теперь подумайте о стимулах второго по высоте. Если он действительно в идеальном мире и самый умный, да, такой, все самые умные, все у нас самые умные. Он думает, блин, вот этот собака, вот этот дядя Степа, он не прыгнет. Что, он не идиот, да? Ну, значит, из прыгающих всегда буду самый высокий я. Так чего ради я буду прыгать, да? А третий по росту что думает, да? А что думает баба Маша ростом 1,60 м? Он говорит, вот этот вот не будет прыгать, это понятно, да. А вот этот рассуждает так, что этот не будет прыгать, значит, этот тоже не будет прыгать. И вот этот рассуждает так, что этот не будет, значит, мне тоже невыгодно, и значит, я не буду, да? Если два и доходит, да. Ну, это вот вопрос, да, там тонкости, что если два одинаковых роста, возникает, да. Ну, так вот я говорю, такой в идеализированной ситуации, да, в идеализированной ситуации проблема решена. Каждый человек понимает, что все, которые над ним, выпадают из этой обоймы. А значит, должен выпасть и он, а значит, никто не прыгает. Тут физики говорят, да. Нет, что-то вы умеете, ребята. Ну, вот у меня беседа, у меня друг физик Андрей Владимирович Леонидов. Сотни у него там, 600, что ли, работ опубликованы. Он очень глубокий человек в науке. И он все как бы вот нашу науку не верил, пока вот эту ситуацию не узнал, вот этот вот, что бывают такие вот хитрые вещи. Да, на самом деле, это говорит, вы сказали, да, это интересно. И сейчас он занимается в основном как раз физичными моделями экономики. То есть он говорит, что сама физика как-то вроде исчерпалась уже, все более-менее понятно про наш мир. И пошел в экономику, где ни хрена ничего не понятно до сих пор. Занимается ею. Вот, но! А, значит, дело... Да, я скрыл от вас промежуточное неустойчивое равновесие, но бог с ним. Значит, дело в том, что в современном обществе есть некоторые шаблоны. Например, дискриминация — это плохо. Человек высокого роста, он в этом не виноват. Еще бы заявил, что первыми ловишь негров, а вторыми китайцев. Да, сразу все, под трибунал пошел разом. Вот. То есть в нашем обществе нельзя стратегию наказания и вообще какую-либо стратегию в теории механизмов применять относительно объективных свойств человека, которыми он наделен с рождения. И это является сильнейшим математическим ограничением на применяемые стратегии. Почему вообще, так сказать, такая долгая борьба, дискриминация, то все? Потому что дискриминация открывает очень широкое поле для механизмов. Это не все понимают. Это нечестно, но это широкое поле для механизмов. С дискриминацией все гораздо проще сделать. Запрещаем дискриминацию, что мы можем тогда сделать? Но в этой исходной ситуации ничего. Но в ситуации, когда выбор человека не бинарен, то есть это не прыгать, не прыгать, а выбор, например, сколько мне меди украсть из моего цеха, сколько, возникает возможность реализовать ситуации абсолютно справедливые и честные. Здесь тоже в итоге все честно, никто не прыгает, да? В итоге. Но это достигнуто тем, что такая как бы была фантомная дискриминация высоких. Из-за фантомной, неосуществившейся дискриминации высоких, то есть тех, кого первыми били бы, если бы, возникло равновесие, что никто не нарушает. Но в реальной ситуации, когда у нас есть параметр, и он меняется недискретно, у нас есть механизмы, которые могут работать симметричные. Вот про них-то я и попробую успеть что-то рассказать. Вот, про теорию игр
и равновесие окружающей нас я пропущу. И я сейчас просто включу свет, выключим вот этот прибор и расскажу, как выглядит серия механизмов. Ой, зацепил эту. Ага. О. Опять зацепил. Ага. Все отлично, да. Вот. Призраки чисел Эйзенштейна будут преследовать нас на левой доске. Да. Да. Отличный вопрос. В теории построения механизмов есть целый ряд статей, в которых доказывается, что в ситуации побочных платежей вообще ни на что нельзя рассчитывать. Механизмов нет. Да, грубо говоря, если есть возможность вот прямо деньгами компенсировать неудачу, то у власти в этом случае нулевые практически возможности что-либо сделать. Это целый ряд точных результатов есть там с формулировками. Я не помню, я просто где-то 7 лет назад интересовался механизмами с побочными платежами и увидел, что есть просто, ну фактически их нет, их не может быть. То есть это полностью выбивает из-под начальника всякую почву. Очень хороший вопрос. Так, итак, вот у нас схема вот такая, да? Чтобы намекнуть на то, как устроен механизм, я вот эту вот схему изображаю, что представим себе в уме такую картинку, что они нарушают как бы в течение некоторого времени. Или еще более наглядно, это загрузка какого-то центра развлечений, типа бассейн там и так далее. Сколько плавать, вот сколько ты будешь плавать. Столько. Или сколько времени ты будешь на общем сервере, это вот реальная ситуация, меня туда приглашали, и, к сожалению, не смог доехать просто потому, что загрузка по времени очень серьезная. Каждый пользователь одного и того же сервера занимается извлечением криптовалют. И как им просто в этой ситуации никого не надо наказывать, их просто нужно, как сказать, деньги с них взять за использование этого сервера. То есть есть как бы половина моделей, в которых просто нужно ценообразованием заниматься, а половина, в которых речь идет именно о наказании. Но на самом деле математически формулировка оказывается просто одна и та же. Вот, то есть формулировка такая, что у меня есть набор таких вот величин, которые выбраны между нулем и единицей каждая. Это значит, что я... Вот это значит, что я совсем не использую ресурс, дробь, вообще не нарушаю правил. И это означает, что я использую ресурс по полной вообще сколько, весь день, сколько мне его дают, вот в случае с биткоином. Дробь, я там ворую все, что только могу своровать. И посередине все возможные степени. И вот у меня возникает набор, и мне нужно разъяснить, каков будет платеж в ответ на этот набор. То есть сколько каждому вручит чек. В одном случае это будет штраф, в другом случае просто плата за использование ресурса. Ну и можно как бы это, чтобы все это объединить в одну очень общую модель, это просто плата за использование общего ресурса, а в случае схем наказания это применение этих механизмов к ситуации, когда как бы ты платишь штрафом за нарушение, которое ты, значит, но математически это та же модель. То есть вот Z1, Zn это уровни, и мне нужно придумать механизм. Но при этом он должен быть, внимание, он должен быть недискриминационным, то есть симметричным по игрокам. Это значит, что я могу использовать только информацию о выборе игроков, но не об их фамилиях, цвете кожи и так далее. Понятно, да? То есть не о характеристиках, которые они в себе носят, тем более, что в некоторых ситуациях я и найти эту характеристику никак не могу. А информацию, сколько они используют ресурс, я, конечно, вижу непосредственно. И вот вопрос. Какие тогда остаются схемы? Ответ. Схемы должны иметь следующий вид. Это должна быть единая некоторая функция платежа, которая зависит от того, что сам ты выбрал, сколько времени используешь ресурс. И неупорядоченный набор Z- из всех остальных. То есть как бы
Я в эту функцию подставляю, например, вот если это второй, функция одна и та же, не то что P1, P2, они не разные функциональные формы, это одна функциональная форма, а именно плата зависит от твоих действий и от неупорядоченного набора действий всех остальных. А если по-другому, то это уже дискриминация начинается, да? То есть вот это как бы самая общая форма без дискриминации. Все остальные входят набором, и твой может войти, естественно, отдельно. Вот, соответственно, вот сюда я, тут я поставлю там Z2, например, а сюда поставлю набор из всех остальных. Ну, скажем, P, плата при условии, что я взял 1, там несколько человек взяли 2 и 3, будет обязательно равна ситуации, когда они, например, поменялись местами, да? Вот, то есть это именно неупорядоченный набор. Мне не важно, Петя взял 3 и Маша 2, или наоборот. Мне важно, сколько взял лично я, и неупорядоченный набор. 2 двойки и 1 тройка. Вот, значит, теперь дальше. Это требование. Мы хотим именно таких схем. Дальше. Если мы обратимся к вопросу загрузки сервера, то появляется еще одно намекающее нам условие. Условие такое, что я должен расплачиваться немедленно. Немедленно, как я ушел. Вот я, проплавал в бассейне полчаса, замерз, хочу домой. А мне говорят, подожди, мы не знаем, сколько они там плавать будут. Вот когда поплавают, ты подожди здесь, постой, мы тебе скажем, сколько с тебя. Нет, требуем еще, чтобы это было механизм немедленного расчета. Немедленный расчет, то есть P. А что значит немедленный расчет? Математически смотрите, что это значит. Это значит, что все остальные срезаются по мой уровень. Набор минимумов из Z и ZG. Вот такой вот набор по всем остальным G. То есть я интересуюсь только тем, кто плавает до сих пор. Наоборот, кто уже ушел. Мне эти интересны. Вот сколько будет плавать вот этот товарищ, не должно входить в функцию формирования моего платежа. Мой платеж должен поступить немедленно, и если этот будет плавать еще вот столько, или если он столько, или если он сразу за мной идет, это не должно меня касаться. Мне нужно предъявить чек сейчас. Это еще и, естественно, снижение информации о том, что происходит в механизме. Надо как можно меньше информации использовать, тогда он будет надежнее. Вот здесь используется минимум информации. Ты до сюда был, ну и до этого мы видели, сколько эти двое. Этот там, допустим, 5 минут плавал, этот 15 минут плавал, ты плавал 30. Это может в явной форме войти, как 5 и 15. То есть если бы этот плавал 6, тебе бы вкатили меньше. Это возможно. Но если вот этот будет плавать больше или меньше, тебе не могут вхватить разное. Самый первый, соответственно, платит просто, как будто все остальные плавали ровно столько, сколько он. То есть, если ты уходишь первым, ты подставляешь функцию, которая объявлена, себя и одинаковые значения остальных. Вот такое требование. То есть это дополнительное ограничение на множество таких функциональных форм. То есть на допустимый мной, на допустимый класс стратегий, который я могу использовать как начальник этой ситуации. Да. Максимальное количество людей, которые может быть условно в бассейне. Ну нет, здесь как бы здесь стилизованная ситуация. То есть у нас просто их n и все. Может быть, так и учитывается, что их ровно n, как бы столько, сколько загрузка бассейна. И после этого подставляется. Вот. То есть вот у нас еще одно требование. Теперь внимание. Значит, давайте еще считать для удобства дальнейшей формулировки. Мы будем считать, что это удельная по времени плата. То есть за минуту. А всего он заплатит, соответственно, 100. То есть всего заплатит, сколько он плавал, умножить на эту удельную плату. Вот это не важно с точки зрения, как бы это сказать, содержательной части, но это важно с точки зрения того условия, которое я сейчас наложу. Мне проще будет это сформулировать. То есть функция P это не окончательный чек, а стоимость единицы использования ресурса, которая произошла в результате вот этих действий. Ну, понятно, что это просто чек будет умножен на z. Так вот, теорема. Вот это вот, вот то, что я сейчас скажу, это ей 3 месяца буквально. То есть я, вдохновленный выборами член-корреспондента, ее доказал.
Значит, то есть она обобщает то, что было в диссертации, хотя на самом деле методы те же, и понятно, что все. В общем-то, все это вокруг одного и того же. Вот. Значит, теорема заключается в том, что если вот эта функция p обладает вот этими свойствами, которые я затребовал, что она симметрична, то есть она анонимна по участникам, мы никого не оскорбляем, никого не дискриминируем, и немедленная по реализации, и при этом, то есть если p удовлетворяет вот этим свойствам и дополнительным таким, дополнительно и дополнительно не убывает по z, по твоему личному. Что это значит? Это значит, что плата за единицу не падает, как обычно она бывает, да, когда вы берете 100 бананов, это дешевле, чем 1 банан умножить на 100, обычно. Но бывают и иные ситуации. Бывают ситуации, когда сервер стоит дальше сильно дороже, чем до этого. Есть класс ситуаций, в которой как бы ресурс дорожает, добыча, да, полезных ископаемых, она вначале дешевая, потом она дорогая. То есть бывают ситуации, в которых это естественное требование. Я не утверждаю, что оно всегда естественно, но я утверждаю только следующее. Если удельная плата растет по z, то есть если мы считаем ресурс все более и более ценным, возрастающая отдача, да, ну, точнее, наоборот, убывающая отдача на масштаб производства ресурса возникает, убывающая, не... и, ну, и очевидное не возрастает по чужим, но это очевидно. Если другие как бы больше используют ресурс, то довольно естественно с вас брать меньше. Вот. Так вот, в этом случае, то в игре выбора z итых всегда, сейчас я поясню слово всегда, всегда со звездочкой, знаете, как в рекламах, всегда со звездочкой, с вас возьмут 5 рублей и звездочка, внизу приписано. На самом деле 155, но мы назвали 155 пятью. Это наша терминология. Вот. Так вот, всегда существует сговороустойчивое равновесие. То есть вот это ключевое условие, на самом деле, вот это ключевое, на самом деле, вот это ключевое условие с немедленной реализацией. Это условие, в принципе, довольно часто используется наряду с экономией от масштаба, бывает и возрастающие. Вот, главное, чтобы была определенность по масштабу, вот туда или туда. Но вот нас не устраивает экономия, нас не устраивает обычная ситуация возрастающего. Если мы накладываем на этот ценник именно свойство, что дальше ты будешь больше платить даже удельно, то тогда всегда со звездочкой существует. Теперь что такое звездочка? Звездочка — это знаменитая в теории ситуация условий Спенса-Мерлиса. И это что такое? Возможно, у экономистов было в налогообложении. Принцип такой, что, ну, короче говоря, ситуация такая, что эти люди, они естественно упорядочены в желании плавать в этом бассейне или там использовать этот ресурс. То есть от первого к последнему ценность от ресурса, который он использует, растет, в какой бы точке не измерять. То есть вы смотрите там карту предпочтений, так называемую, в экономике. Я сейчас не буду уже в это глубоко вникать. Но, в общем, идея в том, что если есть понимание, что вот эти вот товарищи, они упорядочены в параметре склонности к использованию ресурса. Это особо хорошо понятно в ситуации с налогами. Там, значит, нужно, чтобы вот каждый инспектор воровал в своей собственной отрасли, и отрасли как бы были все более прибыльными. Ну, то есть, понятно, вы упорядочите их по прибыльности, и тогда это сразу будет... То есть ситуация с налогом автоматом, эта ситуация выполнена, автоматом, бесплатно. И это значит, что если мы применяем вот этот принцип, то у нас всегда существует сговор устойчивого равновесия. Вот. И... Вот это? Спенс-Мерлис. Вот я, вот ресурс, вот сколько меня заставили заплатить. Вот карта просто всех вариантов. Но вот меня, например, не знаю, здесь я использовал его 5 часов, заплатил 3 копейки, да? Ну это, конечно, круто, да? Если я использовал 5 минут, заплатил 3 рубля, то это, наоборот, очень плохо.
А здесь какие-то промежуточные ситуации. Ясно, что здесь карта предпочтений немножко необычная для экономистов, она вот такая. То есть тут они идут вот как бы снизу вверх, туда, наверх. А, значит, лучше всего, когда ты много использовал, мало платил, хуже всего, когда наоборот. Но здесь вот этот вот наклон карт, он вот отражает как раз наклон, отражает то, насколько для тебя очередная единица ресурса стоит еще там заплатить 2 рубля или 3 рубля или 5 рублей, да? И вот этот наклон карт за это отвечает. Так вот, да, предельная полезность — это вот это вот. И, соответственно, оказывается, вот условие Спенсера-Риса состоит в том, чтобы карты однократно пересекали друг друга. Вот эти кривые без различия, они все однократно пересекали друг друга. Они все вот так вот, следующего более вертикально, следующего более вертикально. То есть в какой бы точке ты не упорядочил людей по тому, какие наклоны у соответствующей карты в точке, в любой точке будет одно и то же упорядочение. Вот условие Спенсера-Риса. Оно выглядит немножко как бы технически, не очень интуитивным, но на самом деле, вот это как раз Мерлис, который в 70-м году, в каком году получил Нобелевскую, да, это очень естественно в постановках, связанных с налоговым вложением. То есть то, что люди постепенно, да, вот от первого к последнему увеличивается желание иметь этот ресурс, и все. Где бы ни измерять, в какой бы точке ни измерять. Так вот, и вот эта звездочка объясняется через Спенс-Мерлис. Вот, то есть это хорошо известное, значит, вот это требование связано просто с тем, что часто ресурс все более дорогой, причем не пропорционально более дорогой. Это связано с немедленной реализацией, а это со Спенсом-Мерлисом. Все три условия абсолютно знаменитые, очень хорошо известны. Так вот, их комбинация всегда гарантированно приводит к сильному равновесию. Вот. Ну и последнее. Это, конечно, вы спросите, а вообще существуют ли такие функции? Потому что, знаете, бывает, что наложил условия на функциональное семейство, а они противоречивы. И такое было один раз в 98 году, после окончания РЭШ. Я работал... Нет, я еще учился в 97-м. Пришел Данилов и говорит, Владимир Иванович Данилов, великий наш теоретический игровик, который меня учил. И говорит, Леша, там какая-то странная статья. Схема извлечения, значит, ренты... Про них какие-то далеко идущие выводы сделаны, много красивых теорем, и уже опубликовано в каком-то серьезном, уважаемом журнале. Ты можешь разобраться, что происходит? Тогда я был умный. Я взял и за полдня привел требования на эти схемы к математическому противоречию. То есть они говорили про пустое множество схем и доказывали очень далеко идущие результаты. Ну вы понимаете, да, что из пустого утверждения, да, из неверного утверждения следует любое. Вот, ну вот, круто, мы там писали даже заяву в этот журнал, что вы козлы все там, а рецензентов ваш нужно в Сибирь отправить, строить железную дорогу на Чукотку. Вот, так что бывает. Но в данном случае такие схемы существуют, и я могу предъявить целое семейство. Наверное, я уже всех задолбал, и уже пара, да, закончилась? Ну, 3 минуты дайте мне, и все, хорошо? 3 минуты. Значит, да? Можно? Можно? Нормы сотрем? Нормы гауссовых этих чисел Эйзенштейна мы сотрем, и на этом месте появится семейство схем. Семейство прямо из диссертации, здесь ничего нового. Значит, семейство схем состоит в том, что мы берем и устанавливаем такие уровни, так сказать, терпимости или, ну, к нарушениям, или в данном случае просто уровни использования ресурса, которые мы считаем пороговыми. Первый порог, ну назовем, сейчас как-нибудь их надо назвать, давайте S1, порог S2, так далее, SK. Какое-то количество порогов, 3, 4, не знаю. На Северстале они сказали, что им 2 хватит. Значит, и мы пишем, что P от Z и Z- выглядит так. Я каждому порогу некую стоимость его преодоления, то есть вот как бы если вот здесь... то все бесплатно просто, все бесплатно, ресурс бесплатен. Но при этом S1 может быть равен нулю, и тогда просто этого как бы, этой ситуации просто нет, всем будет платно. Значит, итак, значит, мы пишем формулу такую. Мы вот эту плату делим на всех, на количество тех, кто превзошел этот первый порог. Прибавляем вторую, деленную на количество тех, кто превзошел еще и второй порог. То есть
Вот кто-то попал в это и не попал в это. Для них плата заканчивается этим слагаемым. Кто-то попал в эти два, но не в следующие. То есть, скажем, человек выбрал ровно А2, ой, ровно С2, тогда ему вот это слагаемое доносится в качестве платы, и это прилетает. А дальше уже не прилетает. Значит, соответственно, я суммирую для каждого человека суммирую до того последнего порога, который он все еще превзошел, а следующий он уже не превзошел. И также я делаю количество тех, кто это самое. Все. Теорема. Ну, такая. Ну, на страничку доказательства. Теорема, что все при любых значениях порогов и при любых значениях плат получается схема, подпадающая под все условия, ну, кроме спенсмир-лист. Спенсмир-лист накладывается не на схемы, а на людей. Вот. То есть плюс, если мы берем спенсмир-листовских, это реализуется сильным равновесием всегда. Вот вам семейство сильных, семейство стратегий, механизмов сильной реализации. Это было первое в истории семейства, которое давало именно как бы не конкретно, вот так сделаем, будет сильное равновесие. Так сделаем, тоже будет сильное равновесие. Сильное равновесие — это редкий случай, редкий гость вообще. В случайной игре его не будет. А здесь именно семейство. Вот. Ну вот у Мулена доказывается, что это там в других ситуациях, в ситуациях выпуклости он там придумал без спенсмир-листа, но в более сильных условиях на функцию стоимости ресурса. Вот. А здесь вот это апеллируется к спенсмир-листу. Ну и все, наверное, да? И все. Что-то у меня какая-то мысль еще. Она какая-то мысль еще была. Я что-то не досказал. Я что-то не договорил. Я хотел что-то сказать завершающее, но забыл. Ну тогда все. Спасибо.